Сябры, скажите, а хто з вас не ведае, што такое арт-сядзіба? Усе ведаюць, напэўна, так? Ну што ж, Павел, калі ласка, заходзь сюды. Трымай жа зло. Мене на самой справе сёння такая, вось, я прыйшоў, крыху спазніўся, і мне такое ностальгічнае адчуванне з'явілася раптам, бо вось усе, хто сёння тут выступаюць, яны нейкім чынам выступоўцы, музыкі, паэты, усе нейкім чынам звязаныя з вось нашай арт-сядзібай. Валерына Кустава там праводзіла дабрачынныя акцыі. Гурт Марока, наш такі штатны гурт, там не раз выступаў. Алесь Снег, які тут будзе вершы чытаць, ён наш каардынатар, там сацыяльнымі сеткамі займаецца. Яня вось сядзіць, дзяўчынка, таксама шмат чым займалася. Напрыклад, бітбокс быў ад Шэйна, так? Ён у нас на адкрыцці апошнім павінен быў быць, якое у нас і так і не адбылося ўжо трэці раз. Марыля Шлык наогул сарвалася і мерапрыемства, таму што нас зачынілі апошні раз. Ну і вось так, Рэха там таксама 15 разоў выступалі. І вось у мяне склалася чуванне, што сёння ў нас такой не асвета тут бай, а арт-сядзіба тут бай. Ну прабачце за такія словы. І гэта вельмі, вельмі, вельмі нам прыемна, і гэта яшчэ раз падкрэслівае, што вось ідэя такой адкрытай пляцоўкі, можа быць, вольнай пляцоўкі, куды кожны можа прыйсці, там сам нешта ўбачыць, сам нешта зрабіць, альбо прэзентаваць нейкую сваю творчасць, яна вось развіваецца ў нейкіх новых формах. Вось цяпер спадзяемся, і тут бай больш шырэй далучыцца да ідэй правядзення розных таких открытых и бесплатных и с осветницкой мэтою импресс, тем больше я гляжу тут в помешкание доброе. Но спадзяюся, мы сегодня тут, я пришел, завтра не зачинит тут бай. Ну я спадзяюся, как бы, ну, не повинны ж. Может, наоборот, кому треба, ён убачить, что мы добрые, светлые, с чистыми вачами и там, и горячими сердцами, і ўсё будзе добра. І дзякую Андрусю, бо мы сюды папалі таксама не выпадкова. Адзін з выпускаў яго праграмы і пра вось нашу ініцыятыву быў. І таму зараз выступае гурт Амарока, ось пра якіх я сказаў, што яны штатныя нашы. Ну, бо гэта не выпадкова, Зміцер непасрэднае дачыненне таксама мае да ўсёй нашай ініцыятывы. Але я скажу, што мы не зніклі. Зараз мы па-ранейшаму актыўна працуем, але больш ужо такі як партызаны. Мы ладзім мерапрыемствы, часам не кажам, што гэта праводзіць арт-сядзіба. Часам гэта адбываецца на розных кватэрніках. Вось апошнім часам мы не адзін правялі, таму запрашаем сачыць за нашымі імпрэзамі там у Фейсбуку, ВКонтакце, мы заўжды іх анансуем. Пакуль што ўсё ідзе чотенька, пакуль што не зрывалі, ніхто там да нас не прыходзіў і рукі не ламаў. Таму жыве арт-сядзіба, жыве асвета тут бай, і няхай у кожнага будзе ўсё добра, а ў будучым арт-сядзіба тут бай з'явіцца такая праграма. Нешта мне так захацелася. Пайду да каго-небудзь прасіцца. Всё, дзякую, а зараз гурт Амарока. Дзякую, Паша. Ну, мужык сказаў, мужык зрабіў, будзем чакаць, да? Прывітанне, ну зараз мы трошкі падладзімся і пачнем. Вечер добрый, поважанное спадарство, калі ласка, для вас гурт Амарока. Першы раз мы тут выступаем, такая прыемная атмасфера. Ну, панк-рок назаўжды.
Дякую, сябры. Ну давай, давай. Ну, медляк, короче, такие из новой программы нашей. Песни пишутся и будут писаться, я думаю, до весны. Тому мы покуль будем выконывать этой песенки только на концертах. Ну давай. Остаюся один, звичайно, як і завсёды. Гэта мора штарміць, не припыня ніколі. Губляю каханне, губляю надзею. І больш каляровыя сны я не веру. Thank you.
Дякую, сябры. Танцевать сегодня мы не будем. Дима запретил. Я говорю, хватит уже танцевать. А то... Не, можете, кто хочет, может, можем потанцевать. Один, да? Молодца. Давай, выходим. Давай. Страшно? Я не умею. Мы учили его раза три уже. Ты умеешь, да? Конечно. Класс. Кто еще? Вон две девчонки хочет. Смеются. Давай. Халиласка, ну давай. Кто еще? Зараз. Пошукаем. Девчонка в синем хочет. Так, на вас. Халиласка, ну. Это просто. Давайте, Халиласка. Так. Зараз будем все разом. А я не бачу. Андрусь, давай до нас. Вон, Андрусь стоит. Не, давай, ну тут просто. Андруська, давай. Долучайся. Мы покажем все тут просто. Покажи людям, как это делается. Я? Да. Ты давай, у тебя класснее. Значит, в ту сторону. Начинаю с первой ноты Лёши, вот так вот делаю. Нет, давайте. Вот, за басом не башня, повернись, как башня была. Вот так вот. Добро. Кто еще аматор есть? Танцу? Нет? Давай начинай, Игорь. Ну давай, окей. Лёшка? В ту сторону. Вы начинаете в ту сторону. Тут переменяйте? Давай не будем, нормально. Давай. Лёша, туда, направо начинаем. Не будем, а то тут места маловато. А то побьем гитарами когось. Ну давай. We'll be right back.
Дякую, Змитер, за танцы. Все-таки самое головное мы не зарабили, Змитер, правда? А что, что мы забыли? Разворот. А, разворот. Ну ничего страшного, все классно было. Я думаю, что разворот наступным разом треба робить будет. Так, так, нам еще одну песню можно, да? Ну давайте. Ну давайте еще одну какую-нибудь тяжкую сыграем. Как это? Социально проблематичную. Треба ж одну, ну. Штучный свет называется. Дякую гурту «Марокко». Дякую великий за нас.